Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас вот такой огромный заказ из компании Avon по седьмому каталогу. У меня здесь очки, новинка седьмого каталога, поэтому надеюсь, что все упаковано более-менее. Так, счет фактура вверху. Девчонки. Да. Насчет того, как упаковано, я, конечно, промолчу. Ладно, сейчас будем искать очки. Девчонки, достаю по порядку. У меня в заказике вот такой вот шампунь Avon Naturals. Это бесконечная свежесть. Два в одном шампунь-ополаскиватель. Имбирь и манго. У меня знакомая заказала этот шампунь. Ой, пахнет он очень круто. Он реально пахнет манго. Девчонки, кто пользуется такими шампунями из линейки Naturals, напишите, пожалуйста. Я вот все до сих пор боюсь их заказывать, потому что в основном отзывы, что от них потом чешется голова. Поэтому, кто брал, напишите, пожалуйста, стоит ли вообще на них смотреть. Девочки, у меня просили озвучивать коды и цену. Значит, код этого шампуня 602,90, цена 175 рублей. Поехали дальше. Еще у меня в заказике вот такая вот серия. Advanced Technic, шампунь и бальзам, борьба с потерей волос. У меня очень соседке понравился и шампунь, и бальзам. Она в восторге, она сказала, что волосы выпадают меньше. И она решила повторить покупку. Я, девчонки, тоже этими шампунями пользовалась. В принципе, все прекрасно, волосы от них блестят, хорошо выглядят, но у меня от них зуд. Я не знаю, может быть, я когда-нибудь и повторю эти шампуни, но не в ближайшее время точно. И сейчас я посмотрю, какой у них код и какая цена. Шампунь «Борьба с потерей волос» 489,55 и бальзамчик кондиционер 496,15. И стоит каждый по 199 рублей. Цены озвучиваю без скидок. Дальше у меня в заказе целых 5 кусочков мыла твердого. Там у нас была акция при покупке двух. Цена очень у них хорошая, по-моему, 49 рублей. Должно быть 5, девчонки, должно быть 5. Да, вот они все 5. Я взяла все 5, которые там были. Это тоже не мой заказ, у меня попросили. Я как бы с твердым мылом, в принципе, не очень дружу. Мне больше нравится жидкое. Здесь райское увлажнение. Ну, в общем, они все Senses, по-моему, да. Они все, девчонки, очищение, свежесть, Senses. И энергия ци, зеленый чай вербена. По 49 рублей у нас твердое мыло будет при покупке двух и более. Целых 3 маски-пленки из серии «Планета Спа», моих любимых, с черной икрой. 2 у меня в запас взяла себе соседка, потому что цена на них была сейчас хорошая, 99 рублей, без скидки консультанты. И одну про запас я взяла себе. У меня еще одна стоит, я обожаю. Для меня это одна из самых лучших масочек, девчонки, в Avon. И эффект пилинга, и выравнивается тон, и кожа после нее такая гладкая, но она супер. Есть слегка неприятное ощущение, когда ее снимаешь с лица, да, но это все терпимо, потому что результат действительно обалденный. Маски пришли с наклейками, поэтому я так подозреваю, что они к нам пришли из Польши. Это круто, по-моему, до этого я когда заказывала, они были без наклеек. Вот так выглядит тюбик, кто еще не брал. И вот так, девчонки, выглядит сама маска. Это прозрачная такая консистенция, и в ней много золотистых таких вкраплений, блесточек, она очень красивая на лице. Маска замечательно снимается одним махом, поэтому главное дождаться высыхания. Она, конечно, высыхает не 10, не 15 минут, иногда и 30. Ну, как бы, когда есть время, да, дожидаемся высыхания. И эффект просто супер. 31421 код маски, и была она у нас без скидки, 299 рублей одна штука. Из новиночек, девчонки, заказала по фокусу вот такие два средства. Это Инью, новиночки Инью с витамином С. Я всегда очень положительно отношусь к тем средствам, в которых есть витамин С, потому что это у нас кислота аскорбиновая, да, и она прекрасно влияет на кожу, именно кислоты, борются с возрастным старением кожи, с морщинами и так далее. Поэтому я обожаю витамин С и в чистом виде применять. Как-нибудь обязательно вам расскажу, как это делать, сниму отдельное видео. И средства с витамином С мне всегда очень нравятся. Это у нас согревающий гамаш. А это максимальное сияние, тоник для лица с гликолевой кислотой, витамином С. Заявлен он как для всех типов кожи. Запах приятный какой-то, цитрусовый. Типа мандаринки, знаете, что-то такое.
Сзади у нас инструкция, да, будет отклеиваться подробная. Так, гамаш. Он у нас никак не запечатан, девчонки. Смотрите, как он выглядит. Он ярко-оранжевый. Я сейчас его нанесу на руку немножко. Смотрите, какой. А так, давайте с вами подробно в отдельном видео протестим вот эти новинки. В следующем, да, как раз через день оно у нас выйдет. Ой, какой. А он сам по себе, кстати, теплый. Вот он теплый. Здесь много мелких частичек по типу, знаете чего, мицеллярного скраба. Они такие же мелкие, колючие, и их много. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, девчонки, как выглядит гамаш. Это довольно плотная консистенция. И здесь, видите, много-много таких маленьких частичек. Про то, что он разогревающий, охотно верю, потому что даже когда его из тюбика на палец наносила, он прям тепленький. Слушайте, как прикольно. Ну вот то, чтобы пекло сильно и жгло руку, пока такого нет. Я оставлю пока на руке и посмотрим с вами попозже. Согревающий гамаш с витамином С, код 134-70-39. 279 рублей без скидки по фокусу. Тоник для лица максимальное сияние 134-47-20. 209 рублей, он тоже без скидки, потому что по фокусу. Вот такие два спрея лосьона для тела. У меня в заказике первый – это пленительная орхидея и голубика, и второй – искушающая клубника, белый шоколад, освежающий. Они сейчас по очень хорошим ценам. Написано, что вот этот даже у нас идет с витамином. Клубничка. Я брала себе аналогичный спрей, но мне спирт бил прям в нос, и как-то я с ними распрощалась. Здесь тоже спирт бьет в нос. Клубники. А вот в орхидее немножко поменьше. Вы знаете, вот в этой вот орхидее как-то поменьше. Клубника прям сразу, прям спиртяга. Ну, я не знаю, девчонки, что про них сказать. Я знаю, что их любят многие, я их не люблю. Мне не нравится такую консистенцию разбрызгивать на тело, на одежду, там, на волосы. Да, на тело нет, потому что здесь очень много спирта, по-моему, даже 60%. Практически как антисептики их можно использовать, да. Не хватает немножко до 70%, а так можно было бы. Вот. Ну, поэтому я такие продукты не беру, девчонки, не беру. У меня был один такой, я его перелила в лосьон, чтобы лосьон как-то обладал для тела ароматом, да, и в то же время не пересушал так сильно кожу. Спрей с клубничкой и шоколадом 38-67-6. По 109 рублей они у нас без скидки. И орхидея у нас 76-486. Тоже 109 рублей. Дальше, девчонки, у меня в заказике вот такой огромный гель для душа. На них тоже была хорошая акция. При покупке двух они выходили за вкусную цену. Так, гель для душа «Морская лагуна» 130-71-10. Я уже брала именно «Морскую лагуну», мне нравится аромат, он такой освежающий, классный, на весну, на лето, и вроде, знаете, такой и не женский, и не мужской. Можно и мужчине взять, и себе оставить. Классный, классный, мне нравится. Свеженький, здоровский. И объема хватает надолго. И дозатор. Ну, вы знаете, по поводу дозатора тоже интересно. Были такие споры. Не всегда удобно подставлять мочалку, да, поэтому кому как нравится. Гели для душа Sensence Wave'ом всегда были классными. И беру, и буду брать. Еще в заказике у меня, девчонки, вот такая вот тушь Супер Шок. Это у нас объемы разделения, что-то типа глубокий черный, да. Вот так вот выглядит упаковочка, она запечатана, код ее 208-01. Вы знаете, мне не понравились туши Супер Шок, мне какую-то в подарок присылали по стартовой программе, какую-то я сама себе заказывала, и все-таки вот у меня душа лежит больше к тушам для ресниц от Avon, но знаю, что многие девчонки любят, пользуются и так далее. Вот, вот такая вот тушь, и у нас еще набор Ив, девчонки, набор Ив был по хорошей цене, у меня знакомый его очень-очень любит, именно вот этот вот желтенький, Ив Конфиденс. И набор у нас был по 899 рублей. 50 миллилитров. Приходит в слюде, девчонки. В слюде, но без наклеечки. Да, наклейки нигде нет. А малышка 10 миллилитров, которая тоже входит в этот набор, приходит без слюды. Просто вот так вот она у нас запечатана. Аромат классный. Аромат потрясающий, дорогой, шлейфовый, многогранный. Мне очень нравится. Я его частенько просто от своей соседки ощущаю. И она говорит, что для нее это туалетная вода номер один вообще в Эйвоне и вообще когда-либо из ныне существующих. Так, код у нас этого набора
980, 39, 37. И он у нас был 899 рублей без скидочки. Для себя взяла обновленный мицеллярный скраб для лица. Раньше он у нас был такой, да, синенький, теперь вот стал такой красный. Называется он теперь у нас смягчающий. Если раньше он назывался освежающий, заявлено, что он для чувствительной кожи и не содержит спирта. Я надеюсь, он стал, девчонки, не хуже, чем был. В принципе, по консистенции все то же самое. Много мелких частичек. И запах абсолютно тот же. Ну, просто, может быть, обновили линеечку. Да, вот то же самое все. Кстати, вот под этой маской, ну, не печет. Она сама вот в этом месте тепленькая. Но, может быть, знаете, на 0,5 градуса теплее, чем остальная поверхность кожи. Да, вот он какой-то тепленький. Но никакого припекания, ничего нет. Может быть, на лице будет по-другому. Мы с вами обязательно протестим. Так, мицеллярный скраб новенький у нас, код его 132-70-47, он у нас был 200 рублей без скидки, но на всю продукцию Avon Nutra Effect в 7-м каталоге у нас скидка 40% при покупке двух и более средств. Поэтому он, девчонки, смотрите, обошелся, получается, 120 рублей. Это классная цена, для такого потрясающего скраба его хватает надолго. И взяла себе еще вот такую масочку, впервые ее беру. Антиоксидантная охлаждающая маска «Арктическая брусника». 902,76. Маски у нас были по 99 рублей без скидки, да. Я надеюсь, что она действительно охлаждающая. Она немножко поменьше остальных масочек Planet Spa, здесь 50 мл. Мы с вами давайте тоже ее потом затестим в отдельном видео вместе с гамажем. Вот ее, когда из тюбика достаешь, она уже какая-то холодненькая. Надеюсь, что будет охлаждать. Я люблю такие продукты. При распределении на кожу она получается такая, знаете, полугелевая. Вот она вообще на ней растворяется на коже. Пахнет классно, как и все, в принципе, средства у Avon. Аромат здоровский. Прям даже есть какие-то нотки шипровые. Я знаю, у меня есть девочки, которые любят шипр. Вот эта масочка. Знаете, на что похож запах? Avon Kea маска такая гелевая с авокадо. Вот я ее тоже люблю. Запах очень похож прям. Девчонки, мне положили смягчающий, увлажняющий дневной крем в подарок, пробнички, да, SPF 20 для чувствительной кожи. Я заказала себе другой матирующий, но мы этот с вами тоже обязательно попробуем, чтобы иметь представление. Даже мне кажется, что вот эта линейка увлажняющих кремов, она все-таки для сухой больше кожи, для возрастной, может на моем лице быть как масляный блин. Проверим, обязательно потестируем. А я себе, девчонки, заказала матирующий крем. Сейчас постараюсь его здесь откопать. О, вот он. Nutra Effect. Из новиночек тоже. Девчонки, он польский. Он у нас запакован в слюду и наклеечка. Сейчас мы с вами его откроем. Он у нас, девчонки, с SPF 20, это круто. Код его 134-34-34. 209 рублей без скидки, со скидкой 40%, 125 рублей обошелся вот этот крем. Я давно хотела попробовать его. Были неоднозначные отзывы, но прям захотелось. Внутри прям целая инструкция в коробочке. Банка тяжелая, стеклянная, здесь 50 мл. Красивая, и на банке, кстати, тоже ни слова по-русски нет. Так, здесь у нас такая крышечка прозрачная. Запах еле уловимый, деликатный. Вижу, что крем довольно густой, потому что если здесь в составе есть матирующая пудра, он, девчонки, практически, знаете, как цинковая паста всегда выглядит такой крем. Но на коже нет, разносится очень хорошо, прям вот замечательно. Подтаивать начинает на коже и очень быстро впитывается. Никакой липкости. Все. Пару секунд. Классный запах. Но еле уловимый, слабо выражен. Я прям практически уверена, что мне понравится. Девчонки, тоже оставляю на следующее видео. На затест будем с вами все это тестировать. Еще у меня, девчонки, заказали вот такой вот ананас и чайное дерево лосьон спрей для ног с витамином Е. У меня есть кремушек из этой серии для ног. Очень легкий такой продукт, но в то же время убирает сухость, неплохо увлажняет кожу ног. Не скажу, что питает, но увлажняет неплохо. Код его 133-86-58, 149 рублей он у нас стоил без скидочки. Девчонки, запах здесь неплохой, но в спрее, конечно, чувствуется спирт. Чувствуется спирт, и он наверняка здесь есть. Инструкция у нас там под этикеточкой. Заказывала, девчонки, еще по интернет-распродаже
Я делала, наверное, в среду заказ, второй день действия каталога. Получается, знаете что? Заказывала вербену и перечную мяту, шампунь, вот, кстати, Naturals, за 69 рублей. И шампунь, гель для душа Avon Luck Limitless, синенький, голубой такой, да, тоже 69 рублей, цены вообще потрясающие. Все пришло под кодом 1, как и ожидалось в самом начале. Девчонки, видела там, ВКонтакте тоже писали, что с этой распродажи никому ничего практически не досталось. Товар закончился, новых поступлений не будет. Новиночка этого каталога. В прошлом каталоге мы с вами смотрели, они были по фокусу, да. Это у нас парфюмерная вода, что-то там ирис. Девчонки, очень сложное название. Я пока даже язык не буду коверкать. И код я вам даже не скажу этой воды, потому что у меня здесь скрепка. Нет. 132-68-19. 1500 она у нас без скидки по каталогу. У меня ее заказали. Вода приходит в слюде. В прошлом обзоре заказа мы с вами ее обозревали. У меня ее соседка захотела очень сильно. Вода из Польши тоже приходит с наклеечкой. Аромат классный. Есть какие-то и пудровые нотки. Аромат шлейфовый тоже многогранный. Раскрывается. Очень красивый аромат. Мне понравился безумно. И я прям задумалась, чтобы в свою коллекцию такой приобрести. Но пока слишком много парфюма. Остановила себя еле-еле. Следующий заказ, девчонки. Ох, вода помятая пришла, хорошо, что моя. У меня заказали Incandescence. Так как с этих страниц действовала скидка при покупке двух продуктов, у нас действовала скидка, и они были по 599 рублей тогда, без скидочки консультанта, да? Сейчас проверим, это не моя водичка, но все-таки надо проверить. Все нормально, все нормально. Кто меня смотрит давно, те уже знают, что я Incandescence обожаю. У меня сейчас у самой стоит такой парфюм, в прошлом каталоге я себе приобрела. И чтобы сработала, девчонки, скидка, я взяла себе абсолютно наугад воду Persil Дью. Почитала по нотам, что вроде как интересный должен быть аромат, и именно летний. Он пришел, в отличие от Incandescence, да, почему-то в слюде. И сейчас мы с вами его потестим. Я даже не представляю, и не было у меня никаких каталогов, где можно было понюхать. А вот он, когда, ой, Persil Дью помялся. Остальное вроде все нормальное. Так, я надеюсь, что аромат понравится. И оставлю его себе. Флакончики классные, вообще мне так нравится, как льдинка. Поэтому подумала, что именно на лето будет классно. Слушайте, ну интересный аромат. Свеженький, да. Вот я раньше такие любила в старших классах школы. Ну, прикольный. Надо на себе поносить и тогда понять. А так хороший, мне нравится. Действительно нравится. Мне кажется, на лето прям будет классно. Так, дальше, девчонки, что же у нас тут еще с вами дальше? Я уже не помню, если честно. Помадка Марк. Помадка Марк. Сейчас мы найдем ее в счет фактуре. У меня это на заказ, поэтому сводчи делать не буду, но мы ее обязательно сейчас с вами откроем и посмотрим. Это, девчонки, губная помада «Взрыв цвет» Extreme Mouth. Код ее 277-14. По 199 рублей они были без скидки. Оттеночек, да, так и называется, Extreme Mouth. Это что-то должно быть такое, типа ярко-розового. Помадка не запечатанная, поэтому я вам ее сейчас покажу. Знаете, такая красивая. Камера немножко розовит, поэтому покажу вам с другой стороны. Вот как выглядит, девчонки, оттеночек. Красивый, на самом деле красивый оттенок. Надеюсь, на губах тоже будет смотреться красиво. Такой вот розово-красный. Интересный. Из линеечки Nutrifect у меня еще в заказе вот такой вот увлажняющий крем «Сияние». Он больше, конечно, подойдет для сухой кожи. Здесь есть SPF 20, хотя написано для нормальной кожи и без спирта. Его код, девчонки, 134-34-38. Он у меня на заказ и тоже из Польши, судя по всему. Потому что пришел в слюде, но, правда, без наклеечки уже. Да? Вот он в слюде. Это классно. Еще два продукта вот такие для ногтей у меня в заказике. Один из них это корректирующий карандаш для маникюра 460-79. Он у нас был по 250 рублей без скидочки. И второй продукт ухаживающий гель для кутикулы 432-75. По 149 рублей, по-моему. Если у меня уже глаза не разбегаются в этот счет фактуре, да? Как выглядит ухаживающий гель для кутикулы? Вот это такая малышка. Я, кстати, брала из этой серии не этот гель, а другой.
Мне понравился, очень понравился. Действительно, смягчает. Так, и карандашик. Посмотрим, как выглядит. Тоже. Ну, карандаш, я так подозреваю, вообще это удобно для тех, кто делает маникюр обычным лаком, да. А, мне кажется, это карандаш с пропиткой просто жидкости для снятия лака, да. Вот. Как маркер, девчонки, видите? И он пахнет жидкостью для снятия лака. Действительно. В принципе, эта вещь очень удобная для тех, кто пользуется лаком обычным. Мне кажется, довольно удобно. Ну и самое интересное, очки. Я прям не дождусь уже. Кстати, Persif Due здорово раскрывается с какими-то весенними цветочками, с какой-то вот зеленой свежестью. По типу ландыш вместе с сиренью. Не знаю, классный, классный. Я его оставлю себе, однозначно у меня таких ароматов нет. Очки, девчонки, пришли вот в такой упаковке. Я вам в обзоре каталога говорила, какие я планирую брать. И вот такой тут мешочек. Это у нас очки. Даже не написали, как называется. 134-22-75. Код 399 рублей без скидки. Я сейчас постараюсь найти их в каталоге и показать вам, как они выглядят в каталоге. Я взяла коричневые, потому что черных уже много. Слушайте, довольно крепкая такая конструкция. Смотрите. Целая огромная тут книжечка, брошюрка. Ой, красивые. Нет, я не зря взяла. Я видела обзоры у трансеттеров на эти очечки. Вообще классные. Надеюсь, что кривыми не будут. Потому что кто-то про них писал, что они кривые немножко. Да нет, вроде. Слушайте, ну классно. Мне нравится. Затемняют очень хорошо. Прям смотрю на свой свет. Прям классно затемняют, действительно. И форма очень удачная для широкого лица. Видите, да, подойдет. Вообще здорово. Сейчас покажу вам их поближе. Вот, девчонки, как выглядят эти очки. Вот так вот дужки. Все очень красиво и достойно. То есть на носу они не регулируются. Видите, здесь литые вот эти вот переносицы. Красивые, мне очень понравились. Без царапинок, все, пришли в хорошем очень состоянии, в идеальном. Так, и вот они у нас в каталоге только что были. Мы куда-то сплыли. Вот они, девчонки, в каталоге. Так, это получается у нас вот эти очки, женские очки солнцезащитные, да, 14,5 сантиметров ширина оправы. Так, 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 УВ-3, 8-18% света пропускает. Вот у нас есть черные оправы вот такие, да, и с постельной оправой, вот они. Они у нас выходили по 399 рублей, да, если с определенных страниц вы что-то купите. Вот, мне очень понравились. Ну, классные. Прям вот классные-классные. Нравятся. Они практически непрозрачные, да? Мои глаз почти не видно. Я думала, они прям будут посветлее. Нет, почти непрозрачные. Вроде не кривые что-то. Меня тут смущало вначале. Да нет, вроде не кривые. Так, девчонки, ну и макулатура, аутлет, фокус. Вот такая картонная огромная презентация Avon Nutra Effect. Вот. Смотрите, про каждый кремушек все подробненько. Она прям плотная такая. И 9-й каталог красивый. Красивый, я уже так пробежалась. Невозможно интересный. Будем с вами вместе потом все листать. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой заказ у меня был по 7-му каталогу. Если видео вам понравилось и было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.